Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Darkness Within 2, темная родословная. Остановились мы с вами на доме деда нашего главного героя Говарда. И обследовали мы этот дом. Так что что-то мы там еще не дообследовали, будем продолжать это обследовать. Мы взяли ключи какой-то. Где он у нас? Вот этот. Вот это именно... И вот пойдем-ка. А что, у нас еще есть ключи где-нибудь? А вот не знаю, может, не все еще обследовали. Давай где-нибудь его что-нибудь с ним сделаем, короче. От главных ворот. Какие главные ворота? Где играет? Вот это что за место? Что? Сейчас мы подспомним, неделька прошла уже вообще тут. Мы на какой-то коробке там остановились, понимаешь, кто-то щелкнули на коробку. А, ну там будет зашли. Вот мы, наверное, сюда и зашли. Мы здесь осмотрели или мы просто сразу сюда пришли? Наверное, осмотрели. Ладно, тогда мы все вроде тут осмотрели. Тогда пойдем. Теперь нам... Вот здесь какие-то двери, что ли, были. Помнишь, какой-то гараж был на втором этаже? Нам нужно найти... Куда... Вот это что-то... Какая-то кухня. Кухня, да? Мы здесь, по-моему, что там, брали что-то? Пойдем. Иди отсюда. Мы ключ там брали, да, по-моему? Здесь ничего не открывается. А открыть можно? Вообще никаких взаимодействий. А ключ? Так он же от главных ворот. Да? Давай на кухню зайдем. У нас есть может еще ключ? Какой-нибудь ключ? Зачем у нас два фонарика? Пускай будут. Даже походу... Три фонарика. Зашибись, три фонарика. Четвертый фонарик. Два в глаз, а один в рот. Ты хочешь... Давай зайдем в дверь, вот в эту, посмотрим в кухню. Это кухня, мы там брали, мы здесь что-то брали. Вот здесь, посмотри. Да, вот здесь мы ключ взяли. Давай сюда используем его. Используется? А не обязательно даже. Мы здесь были? Секунду. Если мы взяли ключ, нам куда-то по-любому надо с ключом. А что? Ключ от главных ворот. Как давай искать сказали. Эти главные ворота. Какие ворота? Может быть, две главные. А, это мы круг обошли, понятно. Ну, тогда куда пойдем? Да? Давай посмотрим здесь еще все. Я сейчас пройдусь и смотрю. Производим осмотр. Хирургия. Первые... Так, это гараж. Первые выводы наши. Чтобы... Вот. Вот. А почему ворота? Это же не ворота, если вообще сюда подойдет. Может, мы еще какие-то найдем? Ключи. Нет, смотри, кто не вот. Подходит. Нет. А где мы еще найдем? Давай еще. А, это все двери, которые они выходят. Вот. Вот это попробуем. Все двери выходят на кухню. Кажется, ключ не подходит. Капец. А куда его? Ха-ха-ха. А здесь мы были, там воняет. Вот ключ еще один здесь есть. А, мне показалось, что это. А, ну это мы тоже открывали. Там фуфло шушера какая-то. Блин, а что нам тут здесь делать? Нам надо как-то выйти отсюда, я забыла, как выходить. Хочешь главные ворота открыть? Да, хочу главные ворота открыть. А что мы там делать? Опять кухня-то потная. Вон туда пойдем, наверное, куда-то. Вот в эту дверь пошли. Я не помню, как мы... Куда-то вниз там спуститься можно было. Гараж на втором этаже. А вот здесь, это? Наверное, вот сюда. А зачем нам главные ворота? Стучит на машинке печатает и позывные передаю. Он здесь, он здесь, он здесь. Быстрее идите сюда, сюда, сюда. Что такое? Замок сломан, не могу открыть. Да? Ох, жутковато здесь, однако, вообще. Кто там стучит? Давай, прошу, вот это что такое? Это дверь. А может это генератор этот работает, который может мы в прошлой быть. Серии включили? Барахлит немножечко. Да, это он работает. Стой, а там что такое? В коробке он то что-то. Свет главное везде включен. Ни хрена. Ничего. Эй, вы нахрен! Что вы здесь делаете? А ты ж, о, коробку переставляй. Опа, а коробку можно убрать? Замок сломан, не могу открыть. Словно? Читай хотя бы, что он пишет. А коробка? Чё такое? Ну и чё нам везде? Главные ворота пойду. Пойдём, главные ворота там. А вот в эти можно зайти? Может сюда можно зайти? О, то есть, может здесь ключ можно использовать? Может здесь тоже можно его использовать.
следом. Повторяем друг мы хотим... Заперта, естественно. А ключ? Мы хотим ключ использовать. На, получи дверь. Ты что, не хочешь жрать? Где там замочек? Вот здесь? А, не хочет. А нахрена ты? Ну какие, пойдем главные ворота открывать. Где эти воротики? Гараж на втором этаже, вот где он там стоит? Воротики и ки. Ключ использовать. Вон те, что ворота. Какие ворота? Вы сумасшедшие. Главное, что мы нашли этот ключ. Это основной, наверное, все-таки мы ключ. Мы хотим опираться на этот ключ, да. Ну что там еще делать? Вот эти, наверное. О. Конечно, заперт. Заперт? А ключ? Что не помню уже? Кто-то от нас тут бегает, что ли, в прятки с нами играет. Это палочки? Ой, это не смотрите, палки уже сколько можно на них смотреть. Что-то тут вообще фанат какой-то благовоний живет. Да. Дедушка наш фанат благовоний. Так а что, мы вокруг башни, что ли? Давай куда-нибудь зайдем, что это здесь? Вот пойдем за ним. Куда он ушел, пойдем за ним. Что это такое? Куда он пошел, фриц? Так мы так куда? А ну посмотри, что там в той двери. Несколько старых у вас. 60. Это вот комната, в которой мы начали. Ахрена матка. Давай здесь все с вами сейчас. Вот эта дверь. Там были вот эта дверь были или это чего? Там мы были, да? Были. А да, нахрена мы ее открыли, ты ковец. Давай тут ты зайдем. Что, здесь кухня, да? Это вот все двери, видишь, они все три, получается, ведут. Хорошо, да, будем знать. Теперь что? Кухня нахрен не нужна, здесь жрать нечего. Нет, это все те же самые какие-то двери. Заперто, вот это все заперто. Ой, машинка не нужна, это... Ой, что такое? Лёвочка. А, все-таки, значит, гараж на первом этаже, как мы тогда шли-то, я не значит, понимаю. На первом, да. Помню эту машину, бла-бла-бла. Ну все, все, выйди, выйди. Здесь мы бы нечего нам сделать. Отвертку взяли с молотком. Пойдем искать что-то еще. Смысл мы тогда открыли дверь. Значит, тут есть какие-то запертые двери. Может, где-то ключи найдутся какие-нибудь. Надо повнимательнее. Пойдем за тем мужиком, где дверь закрылась. Где она там закрылась? Кухня опять, да, вот? Кухня, хорошо, на кухне. Вот, тут это главные ворота были, да? Вот это главные ворота на улице. Будин куда пошел? Вот та дверь, по-моему, да, была? Та дверь захлопнулась. А наверху что? А наверху мне? Или били мы наверху? Нет, мы наверху не были. Опанзы! Сам? Сам. Ну это видно, что по медленности. Что-то я не помню этого места. Читай, если что. Ну надо. Ты читаешь за главного. Хиро! Помню, как в детстве бегал туда-сюда по залу, часто падал, подскальзываясь на полу. Я часто останавливался в этой комнате, когда мы с семьей сюда приезжали. Вонючки воняют. Носки тоже. Кажется, это она. Пойдем. Пойдем посмотрим. Что она? Твоя комната, что ли? Да, я очень хорошо помню эту комнату, она почти не изменилась со времен моего детства. Пойдем. Пошли, посмотрим. Вспомнил молодость. Что тут можно что-нибудь? На кроватку что можно что-нибудь? Эти цветы вырастил я, вернее, то, что от них осталось. Да. Такое ощущение, что в этом доме не осталось ничего живого. Не слышно даже шороха от мышей и насекомых. А что с кроватью можно? Ну, посмотри, что там под подушкой. Сомневаюсь, что мне будет удобно спать в этом доме, но у меня нет... А что ты спать-то ложишься, другого да? выбора. Нахера ты спать ложишься? Такой в чужом доме. Ну, в свой пусть дом, да? Сумасшедший, что ли? Дедушкин дом, но все равно... Не надо там было кровать смотреть. Чего люк спать? Нам надо смотреть по глупости. Видишь, глюк какой-то. Значит, не надо было ничего делать. Может, сохраниться надо было? А я же-то откуда я знал, что спать ляжет?
Может, он просто бы что-то сказал. Так и не узнаешь. С добрым утром. Это или кошмар, или мы проснулись. Что это за хрень? Наверное, это кошмар какой-нибудь. Мишку я не помню, чтобы он здесь лежал. Почему? Ну, кто-то положил его. То есть я чувствую его снова, этот зов. Из глубины колодца что-то постоянно приносит мое имя. Произносит что-то древнее и могущественное. Колодец. Я не в силах сопротивляться. Я должен идти. 27 лет назад, накануне Рождества. Чего? Мы 27 лет назад, короче, представляешь? Ты же здесь. Забирай, нахуй. Забирай. Отвратительные рисунки. Мои рисунки. Я нарисовал моих родителей и деда. Это окровавленный дед с красным глазом. Везучка! Вот, пойдем валим отсюда. Дружище, круг! Не крюк, а круг. Крэк, нахрен. Ну-ка. Как нам там зажечь свечу? Слушай, а он маленький, смотри, даже он маленький. Ну, это этот. Точно, сюда еще знаешь, какую игру поместили? Про Тедди, как же назывался? Про Мишку, помнишь? Among Sleep. Among the Sleep, да, точно. Давай сохранимся. Ну его к фигу. О, мы уже это все заняли? Прям все-все заняли. Первый день. Давай тогда вот сюда, наверное, старое здание. Как раз сейчас будет написано. А, не будет написано. Ну что, это, допустим, детство. Детство. Нихуя его и дед. Все, пойдемте к колодцу. Смотри, он даже ростом меньше. Он даже ростом меньше. Комната бабушки. Давай сначала комнаты осмотрим, нахрен. А то что-нибудь пропустим. Это библиотека. Здесь дедушка проводит большую часть своего времени. Хорошо, не надо никуда ходить. Ой, хорошо. В двери мы не войдем. Пойдем обратно. Ой, кто-то ходит. Ой, хорошо, как все закрыто. Замечательно, не надо никуда идти. Давай здесь все обшаривать. В прошлом, 27 лет назад. Ну-ка. Что это такое? Здесь как-то посветлее и поуютнее стало. Что здесь у нас еще есть? Ну, музыка тут, конечно, потрясающая. Музыка мне нравится. Почему такая шкаф пустой? Таинственная. Осматриваем все. Нюхаем везде. Кого-то здесь и не живут никакие люди, да, вообще-то все пустое. Что это? Жека! О, что это? Столик? Жутковато. А где наша кухонка? Пойдем на кухню. Может, там лежит какая-нибудь еда для нас, для главного героя? Печенье! Печенька, да. Что здесь? Подожди, ты ж кухню не осмотрела, что ты уходишь? Вот здесь что-нибудь есть жрать. А что ты не открываешься? Все то же самое. 27 лет назад это ладно стояло. Да, 27 лет назад стояло. Вот здесь что-нибудь есть. О, есть точно все. Жесть, ничего нет. Нет, ничего нет. Здесь ничего нет. Смотри, еще где-нибудь что-нибудь. Какие-то звуки странные, слышишь? Кастрюля. Вот так, да, посмотри. Я так чувствую, что дед у нас какой-то вообще суперзлодей. Наверху посмотри что-нибудь еще. Дверь в подвал заперта, как обычно. Так, это вот эта дверь. Вот сюда сейчас сходим. Стой! Обернись! Куда сходим? Вот это что здесь такое? Видишь, это пропускаешь, да? Ключ. Что? А! Обезьянный кошелот А и зеленый попугай. Комната моего деда. Он всегда запирал ее в независимости. Открывай вот это стопудово сюда, нахрен. Давай.
Ну, не знаю, то есть. От колодца там же было написано. Да? От какого-то колодца, да. Ну, вот он сказал, когда встал, говорит, мне надо в какой-то колодец сходить. Меня кто-то зовет. Ты что, сумасшедший, в колодце вода. Ночью идти в колодец, да. Жесть. Ну, там девочка живет очень страшная в колодце. Бежим, если честно, начнется жесть. Нога да. пошла за плечо и все. Пойдемте тогда к колодцу сходим. На колодцу, что ли? А она в колодце живет, и бритвой перерезал по горло. Джентльмены, удачи, зашибись. Совсем обоснул, совсем обезумел. Он маленький, понимаешь? Да. Поэтому мы чуть-чуть бы не пропустили вот эту коробку долбанную. Ключ лежит, да, спустя 20 минут. Это ты должен понимать, а не я. Я-то понимаю. Что он маленький? Да, что он не увидел это. Кого? Полку ту. А что я должен понимать? Ну это ты же говоришь, смотри, пропустила. Кого? Все, точка нахрен. Следующее предложение. Тарелочка синяя. Ты не мог бы побыстрее немножечко идти? Он же маленький, замерзает. Маленький тоже мог побыстрее ходить. Не вот не может ехать. Ну и что тебе надо? Отец рассказал мне, что дедушка установил эту крышку, чтобы я не... чтобы установил эту крышку, чтобы не попал туда снова. А что, ты еще попал? Мне нужен ключ. А у нас нет ключа, все. А мы снова хотим... А зачем на кузнец? Ну не нужен кузнец. Теперь я снял крышку, которая мешала мне попасть внутрь. Как здесь, маленький мальчик, крышку 27 лет назад. Ой-ой-ой, так лезем. Она зажи лесенка в колодце вообще замечательно. Посмотри вниз, Говард. Посмотри, увидишь Шогота. Шогота. Ну, Шогота, Шоготыки. Ёб, жижа какая. Черепашку бы напугала, наверное. Что-то как-то... Не то. День третий, семейные тайны. 23 февраля 2012 года. Да, уж, ну что, давай смотреть нахуй. День третий. Так, хорошо посмотреть. Горшок с большим количеством ароматических палочек внутри. Они наполняют воздух сладким запахом гармалы или Гармалы, гармалу, гармалу. Гармала, да. Кузини. Поспали, свет включен уже, вон там. О! Комната бабушки. Давайте здесь осмотримся. Мы же наверху еще не были, да? Бабушка, что у тебя есть? Шкатулка. Пуста. Кто пуста? Бабуль, ты пуста, что ли? Предисловие. А, бывают времена, когда даже воя сирен недостаточно, чтобы напугать кого-то. А бывают такие, когда даже увядающая луна, скрыта за облаками, может тронуть и разрушить жизнь, находящуюся в сумраке пещеры. Иллюзии мифов, которые производят незабываемый эффект, преобладают над иллюзиями воображения. Поэтому люди воображают девственные леса, в которых живут тысячи неизвестных форм жизни. Темные города, где жизнь закончилась несколько... столетий назад, и пустующие высокие башни тех темных городов, которые теперь не более чем просто обломки скал, отрывающих только свою крошечную часть, подобно вершине айсберга. Они блуждают в обширных склепах, наполненных постоянным запахом смерти, и в местах, где еще жива память о красоте и величии когда-то существовавшего. Это доказывает, что никакая красота и никакое величие не могут существовать вечно. А некоторым людям дано наблюдать захватывающие ужасные детали, недоступные для других, и даже если... Этих деталей недостаточно, чтобы свести их с ума. Они не могут понять их смысл, но эти детали вырезаются из умов тех, кто сознательно опускает их, и со временем они превращаются в мифы, которые, в свою очередь, вызывают страх. Иногда прошлое, которое должно было умереть, вдруг
оживает в ужасных галлюцинациях и кошмарных снах. В этом случае человек может находиться в мире, где он забывает все. Дело в том, что в действительности время – это единственный друг забвения, но их дружба не вечна. Этот мир – роскошь, которая может быть получена через вечный сон для тех, кто не нашел успокоения. Эдвин Пикман. Мы помним с вами Эдвина Пикмана. Это писатель из первой части, который спрыгнул со скалы, по-моему. Пикман, он был. Ну, давайте осмотримся. Ой, мороз. Давай подсравимся, подсмотримся. Что здесь такое? Так, это вот мы вышли обратно. Я еще не хочу выходить. Я хочу тут осмотреться. Ну-ка, у нас есть что-нибудь? Фонарик, да? Фонарик. Так, нам лучше будет ходить. Комната бабушки. Блин, такая хорошая комната у бабушки была. Такая большая, да? Смотрите, прям вообще шикарно. Что шикарно? Все разработчики построили. Молодцы разработчики. У них тут есть вкус. Диван. Мне нравится такое. Это что? Сюда можно зайти. Что за ёбан? Какое-то существо вылезло из колодца, получается, да? Или что там? Ну что-то выпало. Что-то не вылезает. Ух ты. Да, дедушка уходил, я часто садился сюда и рисовал. Благодаря лучам солнца, освещавшим это место, я чувствовал себя в безопасности. Всё, что ты открываешь? А, мы нашли подстольное место, где мы ныкались и слушали дедовы разговоры. Интересно, дедушка откинулся уже? Интересно, мы и так же будем сюда бежать, потом и прятаться? Толкать, ну-ка толкай. Что там такое? Толкай. Вот здесь что-то тыщи. Сядись, подыщи. Взаимодействие, да? Да, может, тайничок какой-нибудь. Дедуля заныкал. Так это комната деда, что ли? Офигуй. Ну, череп жбан. Это он, старость. Старый человеческий череп. Челюсть привязана к черепу веревкой. Все? Зачем тебе череп? Страницы из альманаха. Мы уже посмотрели, что такое широта. Он ее читать не хочет. А вот это что? О, градусы только. Похоже на часть карты с координатами на ней, но она сильно повреждена. 22 градуса, 3, 14, S, 12, 125, 0, 39, E. Так, подожди, что это такое за мигалочка? Новый год начался уже? Подсказка. Внимательно осмотрите все в лаборатории. Если присесть, можно найти что-нибудь полезное на полу. Давай присядем и найдем горшок. Это будет очень полезное. Ну-ка, давай сядем. Убирай стульчик. Ух ты, ё! Чё? Поскольку ребенок прибыл, я чувствую себя не очень хорошо. Действительно, я очень боюсь его, но мне пришлось принять его, потому что так приказал Джебайя. Я даю ему все, что предписывал его опекун, но это бесполезно. Я думаю, что ребенок и есть вот этот, с кем мы играем. Джедая. Вчера во время сильного приступа он убил одну из горничных, молодую особу по имени Элис. Было ужасно наблюдать за этим. Думаю, мне следует запереть его где-нибудь, откуда он не сможет выбраться. Он слишком свиреп, дик и зол. Как бы это ни было, наполовину человек. Как бы то ни был, он наполовину человек. Ну-ка, что он здесь скажет? Ребенок был заперт. Сейчас дочитаю. Как бы то ни был, он наполовину человек. По сути, он один из них, потомок древней расы, и все же его необходимо изолировать рано или поздно. Ингрид все равно вернется из больницы, и она не должна увидеть его. Еще. Походу, может, ты, как Говард, это и есть этот ребенок вообще? Может быть, все может да, быть. Типа внучок, нахрен. Внучок из шпината. Это ребенок не человек? Давай почитаем тогда, или ля-ля-тю-тю.
Так, где там у нас мыслишки? Да. Что это такое? Что за ссылка? Ребенок был заперт. Этот ребенок не человек. А кто? Прочитали. Че, может быть, еще давай вниз? Ну давай, просто как подсказка была, что типа если лазить внизу, присесть. Присядем, давай. Что-то. О, смотри, что-то у Дина там нет, ничего. Сядь, толкни. Что здесь такое? Дед, где там? Где ты? Что это такое? Ничего. То есть, если мы сейчас присядем, мы, может быть, что-то найдем. Опанзы. Ох, нахера стол улетел, ничего Карл, себе. Сам долбанный. Это ух ты, что? Ключик забирай. Ключ странной формы. Какие-то двери были закрыты, может, это и есть ключ деда? Конверт, который был спрятан в тайнике. Давай почитаем конверт. Вот он, конверт. Его можно распечатать. Ой, нет, мы считать не будем, наверное. Сколько там? Или подведем нахуй? Ну, вообще. Давай, сколько там считать, что покажи. И все? Да. Ну, давай вот это все, мы сейчас делаем записочки. Добро пожаловать домой, Говард. На этих страницах ты найдешь некоторые тайны своей семьи, которые были скрыты от тебя. Мы сейчас это все, ты все подчеркнешь, найдем, мы это все прочитаем, если это почитают. На этих страницах ты найдешь некоторые тайны своей семьи, которые были скрыты от тебя в течение долгого времени. Но сначала позволь мне представиться, хотя я уверен, что ты помнишь меня очень хорошо. Меня зовут Хафанаил. Я твой дедушка. Нафанаил. Это же не английский. Точно, да. Нафанаил. Я твой дедушка, я тот, кто отвечает на твое существование, тот, кто вызвал тебя сквозь время при помощи всемогущему Йоксо-Сотота. Жесть, Йоксо-Сотота. Потому что только он имеет ключ к прошлому, настоящему и будущему. Я чувствую, что мои дни сочтены. Скоро я буду ждать тебя вместе своего последнего упокоения. Я вызвал тебя, потому что так пожелал он. Джедая мудрый. Так, ну там из Звездных войн чел прилетел, там с мечом помахал. Помнишь, как мы видели алкаши, деды дрались с джедаем, помнишь? Mm-hmm. Он говорил со мной в моих снах. Иногда я слышу его даже в своей реальной жизни. Из всех прочих мест только гробницы я могу услышать его голос наиболее четко. Он очень опасен, Говард. Бойся его гнева. Но не переживай, он не причинит тебе вреда до тех пор, пока ты не пойдешь против него. Ты не можешь уничтожить его или даже помешать ему. Он будет существовать вечно. Он хотел твоего рождения, потому что когда придет время, он будет нуждаться в теле своего кровного потомка. И это ты, Говард? Вот так вот. Он вселится в твое тело, и ты исчезнешь рано или поздно. Но не волнуйся, ты не почувствуешь боли. Если ты все еще контролируешь себя, ты должен сделать все необходимые приготовления, прежде чем это начнется. Существует предмет, который действует как ключ. Он будет нужен тебе, чтобы достигнуть конечной точки своего предназначения, самого края, черной бездны. Ключ состоит из трех частей. Одну из них я передал твоему хорошему другу, ему можно доверять. Он встретится с тобой в этом доме, чтобы передать тебе часть, которой он владеет. Две другие части будут в безопасности со мной. Давай дальше. Когда у тебя будут все части ключа, ищи жертвенный кинжал. Он во владении нашей семьи. И в течение долгого времени Лорейды оберегали и скрывали его. Это действительно повод для гордости. Я уверен, что ты без труда его отыщешь. Только когда добудешь все это, ты должен идти к проходу. Ты должен помнить, где вход. Я показывал его тебе много раз. Используй переносчик, чтобы достичь своего предназначения. Там ты увидишь много невероятных вещей, обычно скрытых от наших глаз. Некоторые из них могут действительно напугать тебя. Я все еще не могу забыть стражей с нечеловеческими головами на плечах. Я не видел их живьем, но, полагаю, тебе придется их увидеть. Так что будь готов. Тебя не должно волновать то, что произойдет после этого. Я уверен, что ты будешь обращен полностью, когда достигнешь этого места. Потому что магия древних в этом очень сильна. Ты должен гордиться этим, Говард. Твое тело будет использоваться джедаем мудрым.
для высшей цели, которую твой род стремился осуществить целую вечность. Давай, подсказки почитаем. Да, нашли мы все четыре зацепки. Где там у нас мыслишки? Вот на этом мы остановились, на Фанаил. Я смутно помню его, отчетливо в памяти отложилось лишь то, что я очень боялся его, когда был ребенком. Предмет, выполняющий роль ключа. Здесь написано, что это предмет, состоящий из трех частей, должен использоваться для постижения своего предназначения. Две части находятся здесь, а третья была отдана тому, кто должен встретиться со мной здесь. Две части предмета. Он имеет в виду, что те части находятся в склепе, в его гробу, несущий механизм. Интересно, что это за механизм. В общем, какой-то склеп, какой-то человек, с которым мы должны здесь встретиться. Возможно, вот сюда, кстати, придет этот человек, еще увидимся с ним. Отлично. Вот так что все, здесь. Человек идет. Идет человек. На пианино играет. Нам дудочки. Я иду, зовет уже нас. А ты моя змея. Подписывайтесь. Мы с ним увидимся в следующей серии. Вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк. Всем ночи, пока смотрите похождение. Что там мы нашли? Пока.